Специальное предложение только сегодняшнего дня. Через 4 вторника наступит весна. Мы уже подготовились с вами к ней? Если нет, давайте возьмем комфортный костюм, в котором мы будем часто гулять, в котором мы будем ездить на дачу, к друзьям, и при этом замерзать не будем, и чувствовать себя будем превосходно. Расскажет нам про главное предложение только сегодняшнего дня. Человек, который сам собственными руками отшивал коллекции и женские, и мужские. Микола Комендров, ваш звездный стилист. Прошу любить и жаловать. И главным предложением дня становится изделие от бренда Натали, одного из самых главных лидеров по производству трикотажа именно с Ивановской области. В комплект входит сразу три вещи. Одна цена, три изделия. Функциональная жилетка, также добавлена худи с капюшоном и карманом, и брюки. Мягкий уютный флис обеспечит вам тепло и уют, ведь у нас с вами жилет и брюки оснащены как раз-таки этой пушистой фактурой. А вот уже как раз-таки лонгслив выполнен в петельном трикотаже, что дает возможности его расширить носку, например, даже продолжая летом. Данное изделие на осень, на весну, на зиму и на лето, то есть для нашей уютной жизни всегда. И столько ярких оттенков. Давайте посмотрим внимательно на цвета. Слушай, мне нравится, что мы можем как вместе надевать этот комплект, так и порознь. Три вещи в одном комплекте. Толстовка, жилет, брюки. Скидка 47%. И цены у нас еще со снижением благодаря лестнице скидок. Итак, первый цвет, который вы сейчас видите на экране, бирюзовый, но мне он напоминает фисташковое мороженое. Да, это у нас с вами все-таки мятный оттенок. Будет в заказе бирюзовый. Бирюза. Напомню, лонгслив здесь в молочном оттенке. Следующий у нас цвет горчичный, напоминающий желтый тюльпан. Желтый здесь тюльпан. Также у нас с вами желтого такого молочного оттенка, long sleeve. Красный оттенок у нас с вами, напоминающий красный, сочный мак. Ты выбираешь его уже второй час. И, кстати, напомню, Оля его не снимала между эфирами. Кремовый оттенок, как крем-брюле, как топленое молоко или как густое сливочное масло. Сиреневый цвет напоминает уже о тех цветах, которые будут у нас 1 мая. Это, конечно, сирень. Здесь лонгслив такого нежно-розового цвета или главный цвет года – very-berry. А дальше лаванда. Лавандовый оттенок, причем в комплекте здесь еще раз. Здесь свитшот у нас с вами тоже нежно-розового цвета. Опять возвращаемся к свитшоту молочного оттенка. Здесь уже идет мята, но она такая, знаете, более глубокая бирюза. И завершает палитру мой любимый монохром, черный оттенок, король всех цветов. Не говори «мой любимый», а то сейчас опять все закончится. Когда говоришь «мой любимый», все, сразу сметается. Я обожаю. Друзья, такие размеры. Такие яркие цвета на мне можно редко увидеть. От 48 до 62. И смотрите, здесь есть две градации по цене. Если вы заказываете размер 48, 50, 52, цена будет 4499 рублей. У нас же лестница скидок действует, поэтому будут действовать дополнительные скидки. Дальше. Если вы заказываете размер от 54 до 62, цена с учетом 15% дополнительной скидки 5099 рублей. И бесплатная доставка в любой регион России. Надо брать обязательно, ведь это не одна вещь, а сразу три вещи. Давайте еще раз посмотрим. Жилет, лонг слив или там можно толстовка, да, назвать верхнюю одежду. И брюки три в одном сегодня с максимальной экономией. Как выбрать размер? У нас с вами от 46 до 62 мы забираем смело размер в размер. Красный цвет в 50-м выбрала ты. 52-й в бирюзовом оттенке могла бы выбрать Анна, но она выбрала 54-й, при этом она все равно выглядит как будто в своем. То есть он не увеличивает. Мы с вами доказываем, что при выборе на размер больше вы не увеличиваетесь в объемах. 50-й в цвете лаванды, главного цвета года, в Эри-Перри выбирает наша скандинавская красавица Ольга. И, конечно же, Евгения, такая же скандинавская красавица с таким платиновым оттенком волос, выбирает для себя ярко-желтый цвет, доказывая, что именно холодному типажу внешнего вида цвета можно всегда выбирать теплые тона. Сразу покажу вам, да, брюки, посмотрите, здесь зафиксированы на эластичной ленте, то есть мне не надо ничего подворачивать, да, вот как-то ушивать. Все идеально подходит и для маленьких женщин. У меня рост 1,62 м. Очень теплый, очень классный, главное, свободный. Этот костюм, которым можно расслабиться. Давайте немножечко поэкспериментируем и представим себя в жизни. С чем будем сочетать этот комплект? Мы можем с вами его выбирать для себя, например, с уютными плащами, тренчами, можем носить его с теплым уютными шубками, которые выбирали всю зиму. Также со строгими жакетами и драповым пальто. Это, в принципе, сейчас демонстрация образов. Я часто применяю в своем гардеробе именно такое соединение. Худи, брюки, сверху пиджак, либо какое-нибудь пальто. Вам ничего больше не нужно думать. Здесь костюм уже готов. Вы надеваете худи, надеваете теплые брюки-джоггеры, поверх надеваете жилет.
три вещи вместе, платим за как за одну, и при этом можем раскомплектовать. Ведь худи пройдется по всем вашим джинсам, любимым брюкам и юбкам. Также и жилет пройдется по всем вашим платьям. И брюки-джоггеры вы можете соединять с любимыми свитерами, водолазками или рубашками. Такой многогранный комплект получается так. Микол, вносим мы вместе и порознь, экспериментируем со стилем. Но главное, друзья, вы сегодня приобретаете сразу три вещи. Вы приобретаете свой яркий стиль. Бирюзовый, горчичный. Я уже представляю, как вы выйдете в этих оттенках на улицу, например, в красном или даже в кремовом. И все будут обращать на вас внимание, потому что это нестандартные, яркие вариации, которые невероятно приковывают взор. Сиреневый и даже черный на контрасте с белой толстовкой – смотрится очень ярко и бесподобно. Друзья, вы не такая, как все. Вы идете в ногу со временем. Выбираете для себя стильный комплект под названием Хейда за 4499 рублей, если мы говорим о маленьких размерах. Если берем размер побольше, от 54 до 62, цена будет 5099 рублей с дополнительными скидками. Я озвучиваю вам цены. Слушай, Микол, ну, конечно, очень теплый комплект. Девочки, внимание, идите сюда. Раз, два, три, и покажем, какие мы тепленькие. Оп! Давайте посмотрим нас изнутри. Микол, расскажи, пожалуйста, что у нас здесь используется для утепления? У нас очень логичное распределение тепла именно в этом костюме. Основные изделия, которые должны защищать те части нашего тела и органы, конечно же, утеплены максимально. То есть у нас с вами теплые полностью по периметру от резинки до края. Это флисовые брюки. То есть мы видим с вами флис от и до, со всех сторон. То же самое я вам даже вывернул, жилетка от и до из флиса. А вот лонгслив, или его правильно назвать худи с капюшоном, выполнен из этого же материала, только уже без утепления. Он более становится, расширяется по диапазону, его можно даже продолжать носить летом. Здесь хутор петельный двухниточный, а здесь хутор на флисе двухниточный. Ты знаешь, мы сейчас переехали на новый район, новую квартиру, и мы с мужем выгуливаем вечером друг друга. Ну, так мы это называем, когда гуляем вечерами. То есть он тебя провожает, потом ты его провожаешь, да? Ну, такое, да. И ты знаешь, такие комплекты, конечно, для меня очень дорогие, потому что каждый вечер я надеваю похожие спортивные комплекты, но у меня еще нет такого яркого комплекта на флисе, утепленный, теплый, от бренда Натали. Друзья, тот самый бренд, который вы чаще всего заказываете. Натуральные материалы, натуральные качество, только комфорт по самой доступной цене.